Так, вот репитер здесь с России откуда-то. 1, 2, 3, 4, 5, попугайчик. Здесь Улья, здесь 11:39, Запорожье. Всем прием. Тест, здесь Запорожье, Украина, город Запорожье, 1139, всем прием. Всем дальним, зовет и приглашает Запорожье, Запорожье 11:39, для всех на приеме. Всем дальним Запорожье, Запорожье, Украина, для всех на приеме. Пенза, Запорожье. Пенза, Запорожье. Пенза, Запорожье, 11:39. Шумит диапазон, ну это хорошо. Всем дальним здесь Запорожье, Украина, 11:39, всем прием. Татария, Запорожье. Татария, Запорожье, 11:39. Да, Коля, принято. Здесь Запорожье 11:39. 11:39, Запорожье, Александр, КСЛ. Да, Анатолий, принято. Принимаю 5-9, великолепно, в городе Запорожье, Александр, КСЛ. Я понял. А какая антенна у вас? Какая антенна? Я спросил, антенна какая? Какая у вас антенна? Так, ладно, прошу прощения, уже не принимаю. 7-3, всего доброго. Смоленск, Запорожье. Смоленск, Запорожье, 11:39, КСЛ. Смоленск, Запорожье. Смоленск, Запорожье, 11:39. Спасибо.
Всем дальним-дальним, Запорожье. Запорожье, Украина, 11:39, всем прием. Ульяновск, Ульяновск, здесь Запорожье, 11:39, 5-9, Александр, Запорожье, КСЛ. Ульяновск, давайте 24 канал, 24. Ульяновск, QSY, 24 канал. Ульяновск, Запорожье. Ульяновск, Запорожье, QSL. Так, ну, очень шумно все, эфир загажен, так сказать, шумами, поэтому не совсем принимаю, QSL. Так, ну Сокол принял, РВ-4, у меня УР-3 QQC, Ульяна Роман 3, Щука, Щука, Центр. Ну, сейчас 6-7 баллов, да, Александр, Запорожье, антенна 1 квадрат в горизонте и 100 ватт на выходе, QSL. Да, я принялся, Ульяновский, я принял, дал вам рапорт, что 5-6, и сказал, что антенна у меня 1 квадрат в горизонте. Еще раз. Восток подключался, не слышали Востока, мы доехали. А ну еще раз подключите его. Давай, еще раз включите. Я не слышу, я слышу, 1, 2, 3, это Восток, Ульяновск, зовут Андрей, доверие. Да, слышу, Сергей, слышу Андрея лучше, чем вас, QSL. Да, принимаю его гораздо мощнее. Ну, видимо, антенны разные, мощность. Да, все наикрасивее 7-3. Так, сейчас в ССБ перейдем. Этот бардак, это ужас.